меня, походу, тоже открытка будет. Я купила ручку бантиком, боже мой. Ты, конечно, знаешь, как открывать подарки. Я, да. На камеру особенно. Особенно. Мне кажется, это за то, что камера, я стесняюсь. О, спасибо большое. О, будем чаевничать. Ух ты, слушай, ну так красиво смотрится. Yeah, I know. An outstanding performance from number 4, followed by number 5, number 2. Счастье, радость родила. Я родила. Кто у вас, мальчик, девочка? Вот это мальчик, вот это девочка. Сколько им лет? Они с 2008 года. То есть, боже. Сколько им лет сейчас получается? Давай, поговорим. Я куда встать? Будущий ты нам покажет всем, кастовый лирил. Let's just celebrate it. Let's play good. Cheers. И если не лень, то повторим. В общем, мы побахали первый день. Мы сейчас пришли в сауну, в спа. И это выглядит как-то вот так. То есть, по сути, мы как в санатории каком-то, потому что здесь есть тоже ремень. За $50 в год. Санаторий «Серебряные ключи» отдыхает. Там еще какие-то 207 рум есть, что пойдем сейчас смотреть. Давайте посмотрим на сложные взаимоотношения в семье Александра и Василисы. Опять кто будет? Давай наливай. Поговорим. Поздравляю, у тебя сегодня день рождения. Принимаешь от друзей, знакомых поздравления. Короче, мы не спали ночь, мы играем сейчас. Мы сейчас играем в казино, проигрываем все бабки, которые у нас есть. Я иду к своему любимому колесу, by the way. We're not actually winning something.